На выставке представили как модели советской техники, так и современной. Эти, например, сделаны из бумаги. Здесь и точная копия низкобортного броненосного корабля «Ударный» и трактора «Сталинец». На создание таких экспонатов у моделистов уходят годы. Всегда на экскурсиях, когда мы подводим к этим моделям, всегда задаем вопрос, как вы думаете, из какого материала сделаны? Всегда воспитанники детских садов, школ, студенты, да и просто взрослые люди, которые посещают выставочный центр, всегда говорят, что это пластик, и явно это сделано на заводе формовочно. По мнению экскурсоводов, самый интересный экспонат на выставке – из дерева. Это представлены, конечно, как всегда, деревянные модели нашего земляка, нашего моделиста Сергея Сазонова, который представил деревянную модель боевой машины номер 13 «Катюша», которая можно открывать и двери. Мы также стараемся на экскурсиях показывать детям, какой примерно был салон. Посмотреть на модели военной техники и миниатюрные диорамы, сделанные из бумаги, дерева, пластика и металла, можно в выставочном центре «Курск. Город воинской славы» до 30 сентября.